пойдем, наверное, зайдем туда, кофе попьем. Машина. Вон я сижу. Чего? А? Что говоришь? Don't think I
Германию. Тут пробка. Как неожиданно пробка. Да, Австрию всю мы проехали насквозь. Без одной пробки. Вообще ни разу не стали. Вот мы уже почти в Мюнхене. У меня есть фотка с полицаем. Приехали в деревню под Мюнхеном. У нас машина тут на стоянке. Больше всех выпячивает здоровая. Суперб этот. Такая вот деревушка. 50 километров от Мюнхена. Отель Дентел под Мюнхеном. Вот такая вот комната. Есть микроволновка. Плита, холодильник, раковина, тарелки, чашки, стаканы. Вилки, ложки, ножи. Даже есть кастрюля, две кастрюли, сковорода. Две кровати, телевизор, там 150 каналов. Жалюзи закрываются здесь во дворик, это ресепшн. Ночью тихо, только церковь в 6 часов, колокола бьет церковь. Вот. Есть туалет с ванной. Все новенькое. Полотенце с эмблемой отеля. Дитерна. Душ. Туалет. Все аккуратненько. Даже мыло с эмблемой. Шкаф есть. Большой такой. Сейф. Почему-то заперт. Должен быть открыт, чтобы ввести код. Но он нам не нужен. Мы на одну ночь здесь вообще останавливаемся. А, у них много тут разных номеров. И внизу есть. А, он еще соседний. Время уже 9:30. Идем сдавать.